развивался вновь на, чтобы увидеть рассвет. Слушал ветры и буры, надоевший дуэт. Много лишнего света, много лишнего сна. Я узнал тебя ждать. Весна. Весна. Нет, но надеялся, но не ожидал. К этому проекту мы готовились долго. Мы взяли песню и начали ее обрабатывать, свою. Очень много раз за разом мы на каждых новых концертах ее исполняли и пытались добиться, ну, самого лучшего звучания и предоставили его сегодня. Было весело, очень много новых ребят узнал и себя показал. Мы очень долго записывались. Хотя нет, что я вру, кому я вру? Мы недолго записывались, мы записались прямо вот за несколько часов, и операторы очень хорошо работали. Я хочу обучаться вокалу. Профессионально. Обучение и написание собственного материала. Я не особо знаменитый автор песен, музыки. Я соберу, не знаю, еще кого-нибудь в свою группу, если я буду в Петербурге. Если я останусь здесь, то мы будем выступать со своими ребятами. Если я буду в Петербурге, то я буду искать там музыкантов, которые меня поддержат. И со своим материалом мы выступаем, куда бы зовут. Не стесняться. Ни в коем случае не стесняться и делать то, что им нравится. И не стесняться камер. Я очень стеснялся. Это был мой, собственно, первый опыт общения с камерами. И я вот до сих пор даже, видите, на них не смотрю. Мне очень страшно. Пугают они меня.